Привет, смотрите, какая у нас погода. Прям пипец холодно, но зато снег растаял. Короче, у нас весна, блин, снова. Как надолго. Я тут грызу яблоко и буду пить кофе. Полина в школе, а мы валяемся, телевизор смотрим. Свой влог начинаю вообще в 4 часа дня, блин, офигеть. Ничего не снимала, мы, короче, спали, смотрели телевизор, монтировала видосы. Сейчас собрались, короче, с Денисом в магазин и за Полиной. Вот, пришла зарплата, надо зарплату, короче, поснимать и сходить затариться продуктами и что-то прийти готовить поесть. Так сильно голова болит, жесть, не могу. И вот такая у нас погода, тепло вообще, пипец, как весной. Уже скоро, наверное, на весенние куртки перейдем, да, Чипа? Сидишь там. Скажи здрасте. Чё пьём? Чё пьём? Чё пьём? Здрасте, мордашки. Деловуха. Сок пьём, да. Взяли, короче, буду птицу подкармливать вот этой вот кашей безмолочной из трех злаков. Денису кофе. Полине йогурт. Две панакоты я себе взяла. Денису вот такой вот йогурт. И Полина захотела сок, взяли сок. Вот, еще два капучинка. Вот такие у нас сегодня покупочки. Вот, надо посуду помыть. Кс-кс. Уроки, скажи, выучить, да? Выучить уроки? Иди учи с Полиной уроки. Быстро. И дома нужно чуть-чуть убрать. Ну, там, так, слегонца. И сардельки с сыром купили, тоже забыла показать, потому что в холодильник засунули. Сделала кашу. Сейчас она чуть подостынет. И попробую дать попугаю. Вот она такая. Надо, наверное, еще водички добавить. Загусто что-то. Потому что я на днях кормила там птицу, она, в принципе, как бы ела нормально. Я давала овсянку, а тут взяла трехзлаковую, чтобы посытнее было. Ну все, такую, конечно, проще давать, блин, чем овсянку. Все, сейчас попробую покормить. Монтировала видос, тут, короче, пришло уже время загружать этот видос в интернет. Я смотрю, интернет пропал. Думаю, странно, что за фигня. Я пошла, думаю, ну так как я недавно брала принтер, то, наверное, задела провод и просто отошел провод. Ладно. Короче, отодвигаю, значит, я медведя. А за медведем проходил провод. Получается, там был удлинитель в удлинителе. И в этом удлинителе периодически был обогреватель, телевизор и модем. Все. Ну, как бы, знаешь, тут обогреватель нормально был постоянно, и никаких вопросов вообще не возникало, все нормально. В итоге меняю на другой, значит, удлинитель. Телевизор не работает. Думаю, что, телек сгорел, что ли, блин, или что? Просто ни модем, ни телевизор не работает. Провод вот этот проходил за медведем. Ну, вообще, как бы, вот эта вот штука была, типа, включена. Ну, короче... Чуть не загорелся медведь. Провода его наголили, все поплавилось. И выбила нафиг щиток полностью. Сейчас вот тут расковыряла. Пошла, врубила. Короче, все, работает. А телек. Так, а телек выключен. Думаю, что за херня. И проплавился вот здесь. Так, правильно. Короче, ну тут провод просто лежал, поэтому оно такое проплавлено. А так он нормальный. Все, телек работает нормально. Пипец. Ну, у меня пожар номер два, блин, был бы, ё-моё. Не зря горят, видишь? Дважды ни хера не бывает. Подстраховка уже нормально сделана, ё-моё. Офигеть. Потому что тут, я говорю, на вот эту вот розетку получается, которая там вон она. На эту розетку только идет телек, обогреватель и вот этот модем. Все. Еще что-то было заведено.
Ну, короче, и вот оно вырубило. И, кстати, да, там реально выключен был этот щит. А то ему объясняю, нифига не понимает. Все, сейчас буду тут задвигать все. Потом я включаю зарядку свою, смотрю, и телефон не работает. Ну, думаю, ладно, наверное, выбило пробки, как называют, да? Ну, в щитке у нас дом на 5 секций поделен. У нас дом, короче, поделен на 5 секций. И каждой секции, короче, определенный вот, ну, как бы, определенный кусок. Это вот эта штука, блин, за что-то отвечает. Не помню, как он там называется. Короче, прихожу, да, реально. Выбила пробки. Включаю, значит, я назад вот это вот все дело. Все, телевизор работает, модем работает. Думаю, фух. Короче, у медведя там только, ну, сзади чуть-чуть буквально шерстка вот эта вот подсмаленная. Ну, чуть-чуть там срезать, короче, даже этого заметно не будет. Но это пипец. А если бы нас дома не было? Либо, ну, мы, в принципе, выключаем всегда обогреватели. Пофиг, что он такой нормальный, там, ля-ля-ля. Короче, что бы ни говорили, все равно вырубаю. Вот, и, блин, а если бы это была суббота или воскресенье, и Полина, блин, остается иногда, допустим, пока в магаз схожу, или там я могу отъехать там на час буквально на работу какую-то, блин. В итоге капец. Просто я в афиге. Я офигела. Короче, в итоге сейчас мы будем уже прям напрямую в розетку засовывать обогреватель, и все. Ну его нахрен. Шутки плохи с этим всем. Но зато проверили щиточки, называется. И смешно, и не смешно, потому что, ну, блин, уже один раз как бы была подобная фигня. Ну, там коротнула, короче, проводку. Вот, а в этот раз уже сами виноваты, называется, от того, что за слабый удлинитель фиганули сюда. Ну, это капец вообще. Ой, я сегодня, короче, утром только поела. Я съела яйцо, сосиску и кусочек хлеба. Вот Денис это все пожарил. Я, короче, съела. И вечером одну панну-коту съела. Все, мне нифига не лезет. Теперь начал болеть живот, потому что давно не ела. Ну, короче, пить пью. Не тошнит уже, слава богу, от питья. Ну, короче, по чуть-чуть, думаю, сейчас должно, короче, все назад вернуться. И забыла, кстати, как-то сказать. У меня, короче, эта температура была где-то примерно дня полтора, и все. Очень болел бок правый. Короче, выпила я таблетку Аллахола. Короче, и температура прошла, и боль в районе печени прошла. В итоге я не знаю, короче, что-то у меня такое было. Без понятия. Но все прошло. Поэтому фиг его знает, омикрон, не омикрон. Вообще не знаю, короче. В итоге все прекрасно, все нормально. И никаких у меня не повылазило там, допустим, там кашель, насморк, там горло, еще что-то. Как вот было все нормально, просто температура была. Так и все. Я не знаю, блин, это совпадение или что, но ощущение такое, будто реально это, блин, из-за желчного, может, где там что воспалилось. Не знаю. Поэтому надо будет как-то сходить и показать свое УЗИ гастроэнтерологу, чтобы позырили, блин, и спрошу, могло быть ли такое, потому что написано в интернете, что если где-то что-то, ну, там, воспалительный процесс, там, аппендицит, там, вот этой всей фигни возникает, то там под 40 температура. Ну, поэтому, может быть, может быть. Вот. Сегодня я так неважно прям выгляжу, потому что я целый день просто валяюсь. Все. Завтра мне на работу, и завтра у меня будет две квартиры. Там по быструхе, короче, надо будет подъехать. Вот. Повыселять людей. И все. И усе. Денис пойдет завтра за Полиной, потому что мне нужно будет примерно где-то после 3 ехать. Поэтому, ну, на первую квартиру я пойду сразу после работы своей. А там, по-моему, аж после 3 где-то или после 2. Поэтому пойдет он забирать. Вот. Я сейчас по дому все переделала. Мы тут это поели, короче, уроки выучили, все что угодно. Вот, все переделали. И пойду укладываться тоже спать буду. Потому что все, я уже капец, вроде ничего не делала, блин, а устала. Вот, поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Смотрите видосы мои.
остановка как бы была тут в публикациях, потому что, блин, просто не было сил даже. Блин, глаза болели, как-то побаливали. Не было сил просто, блин, в монитор смотреть, не то что уже монтировать там что-то. Вот, и все. Всем пока-пока. До завтра.